передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждому из людей, кто сделал для нас благодеяние, мы отплатили, кроме Абу Бакра. Поистине, у него есть благодеяние, которое он сделал для нас, и за которое Аллах вознаградит его в судный день». إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر صبغ الكون بلون فخار وحمى المبعوث المختار ثاني اثنين هما في الغار كان الصديق أبو بكر. Сообщается, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к людям с проповедью и сказал: «Поистине Аллах предоставил одному из своих рабов возможность выбора между миром этим и тем, что есть у него. И этот раб выбрал то, что у Аллаха». Услышав эти слова, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заплакал. А я сказал себе: что заставляет плакать этого старца, если Аллах предоставил кому-то из своих рабов возможность выбора между миром этим и тем, что есть у него, и раб выбрал то, что есть у Аллаха. А дело в том, что этим рабом был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр понимал больше, чем мы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О Абу Бакр, не плачь». Потом добавил: «Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний оказал мне Абу Бакр, который дружил со мной и не жалел для меня своего имущества. И если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга из моей уммы, я выбрал бы Абу Бакра. Однако в моей власти только братство и любовь в исламе. Пусть в мечети не останется открытых дверей, кроме двери Абу Бакра». Да. Абу Саид говорит: Абу Бакр понимал больше, чем мы, потому что он понял, что раб, которому предоставлен выбор, это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Посмотри, как он понял, в то время как другие люди не поняли. По причине его сильной веры и просвещенного светом веры сердца, Всевышний Аллах открыл ему многое. Сообщается, что Ибрахим ан-Нахай сказал: «Абу Бакр ас-Сиддик прочитал слова Всевышнего, фрукты и травы». И было спрошено: «А что такое Абба?» Некоторые ответили: «Это то-то и то-то». И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Это и есть такалюф, обременение себя измышлениями. Какое небо будет покрывать меня тенью, и какая земля будет меня носить, если я скажу о книге Аллаха то, чего не знаю». Сообщается, что Маймун ибн Махран сказал: «Когда к Абу Бакру приходил кто-либо для решения спорного вопроса, он искал решение в книге Аллаха. И если он находил в ней то, что разрешало спор, то судил по нему. А если не находил в книге Аллаха, то искал сунне Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И если находил, то судил по нему. А если же не находил, то созывал сподвижников и говорил им: «Ко мне принесли такие-то и такие-то вопросы. Известно ли вам, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выносил по ним какие-либо решения?» И если не было ответа, он советовался с людьми. И по причине глубокой богобоязненности, правдивости и искренности, выносимые им решения, да будет доволен им Аллах, были правильными. О, братья! Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, был из числа наиболее знающих Аллаха и испытывающих страх перед ним. Ахли Сунна сошлись во мнении на том, что Абу Бакр был самым знающим в религии в умме. Это иджма, единогласное мнение, передали многие ученые. В обоих достоверных сборниках приводится со слов Абу Саида аль-Худри, да будет
доволен им Аллах, что он сказал: «Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, лучше всех нас знал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А причина его опережения всех сподвижников в знаниях и достоинстве было его неразлучное нахождение рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Так он днем и ночью неразлучно находился рядом с ним, в пути и дома. И в отличие от других его сподвижников, часто задерживался у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, после ночной молитвы, обсуждая с ним дела мусульман, да будет доволен ими Аллах. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, советовался со своими сподвижниками, первым, кто говорил, был Абу Бакр и члены Ашуры. Иногда высказывались другие, а иногда говорил только он. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, действовал согласно одному только его мнению. А если кто-либо противоречил его мнению, то пророк следовал мнению Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, оставив мнение противоречащих ему. Исходя из знания ас-Сиддика, пророк, мир ему и благословение Аллаха, назначил его амиром над первыми паломниками, которые вышли в хадж из города пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И ни для кого не секрет, что знание обрядов хаджа относится к самым тонким вопросам из всех видов поклонения. И если бы не широта знаний ас-Сиддика, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не назначил бы его. Он возвестил, что после этого года язычникам будет запрещено совершать хадж и обход вокруг дома, Каабы, голыми. А вслед за Абу Бакром он послал Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах. И Абу Бакр сказал Али: «Ты амир или подчиненный?» Али сказал: «Я подчиненный». Таким образом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назначил Абу Бакра амиром над Али ибн Аби Талибом. И Али был среди тех, кому посланник Аллаха повелел слушаться и повиноваться Абу Бакру. Да будет доволен ими обоими Аллах. То же самое было и в намазе. Пророк назначил его своим наместником в намазе, сказав: «Велите Абу Бакру, пусть он руководит молитвой людей». Ибн Касир считал это доказательством того, что ас-Сиддик превосходил других сподвижников в чтении и знании Корана. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Руководить людьми в групповой молитве должен тот, кто лучше других знает книгу Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назначил его руководителем коллективной молитвой людей. И если бы ас-Сиддик не обладал знаниями, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не назначил бы его своим наместником в хаджи или молитве. Также книга заката, которую вменил в обязанность пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Анас взял ее у Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Это считается самым достоверным из того, что приводится насчет заката. И на него опирались факихи, исламские правоведы, и другие в записи прежних законоположений по поводу заката, которые впоследствии были отменены. Это указывает на то, что ас-Сиддик лучше других знал отменяющую сунну, пришедшую после. Ас-Сиддик выносил решения и фетвы в присутствии пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, утверждал его решение. И никто, кроме него, не удостаивался такого высокого положения, как в истории с трофеем, взятым с убитого Абу Катадой, да будет доволен им Аллах, в Хунейне. Абу Бакр вынес фетву в присутствии пророка, мир ему и благословение Аллаха, а посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Он прав». Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, избрал его для записи откровения вдобавок к Умару, Усману, Али, Зайду ибн Сабиту, Амиру ибн Фухайра, Абдуллаху ибн Аркаму, Убайю ибн Каабу, Сабиту ибн Кайсу, Халиду ибн Саиду аль-Ас, Ханзале ибн Рабиа аль-Асади, Муауия, Шурахбилю ибн Хасана, да будет доволен ими всеми Аллах. Ан-Навави сказал в книге «Ат-Тахзиб»: «Абу Бакр был в числе знающих весь Коран наизусть. Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, считал, что сновидение – истина, и хорошо разбирался в толковании снов». Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорил утром: «Кто видел благой сон, то пусть расскажет его нам». Он говорил: «Сон мусульманина, совершающего полное омовение, более любимо для меня, чем то-то и то-то». Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, лучше всех в умме, после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, умел толковать сны. И снов, который растолковал ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, был сон его дочери Аиши, да будет доволен ею Всевышний Аллах. Она сказала: «Я видела, как будто 3 месяца упали в мою комнату».
Я спросил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и он сказал: «О Айша, если твой сон будет правдивым, в твоей комнате будут погребены трое лучших людей на земле». А когда умер посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и был захоронен, Абу Бакр сказал мне: «О Айша, это самый лучший из тех твоих месяцев, и он один из них. Его достоинство в знаниях и опережение им других проявилось после смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Так как поистине, какие бы разногласия ни появлялись в умме во время его правления, ас-Сиддик детально разъяснял их. Он обладал знанием и разъяснял людям. Обладал доводами, разъясняя их сподвижникам из книги Аллаха и Сунны. И все это благодаря совершенным знаниям ас-Сиддика, его справедливости и знания им доводов, которые устраняют споры. Когда он повелевал им что-либо, они подчинялись ему. Как в случае, когда он разъяснял им, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, умер. Этим он утвердил их на вере. Затем он разъяснил им место его захоронения и распределение его наследства. Разъяснил им, что необходимо воевать против тех, кто отказался выплачивать закят, в то время как Умар сомневался в правильности этого. Разъяснил им, что правление мусульманами должно оставаться среди курайшитов, а также подготовил армию Усамы. Разъяснил им, что раб, которому Аллах предоставил право выбора между миром этим и последней жизнью, это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поистине, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, видел про Абу Бакра сон, который указывал на знание ас-Сиддика, да будет довольным Аллах. Так передают со слов Абдуллаха ибн Умара, что он сказал. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я видел во сне, что мне передали наполненный молоком кубок, я выпил из него, пока не наполнился им так сильно, что я почувствовал, как оно течет по жилам между кожей и плотью. От него остался остаток, и я передал его Абу Бакру». Люди спросили: «О посланник Аллаха, это знание, которое дал тебе Аллах, а когда ты полностью наполнился им, остался остаток, который ты передал Абу Бакру?» На что посланник Аллаха сказал: «Вы правильно сказали». Несмотря на то, что ас-Сиддик был одним из самых знающих сподвижников, он больше других избегал такаллюфа. Сообщается, что Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Абу Бакр ас-Сиддик прочитал слова Всевышнего «Вафакихатан ва Абба», и было спрошено: «А что такое Абба?» Некоторые ответили: «Это то-то и то-то». И Абу Бакр, да будет довольным Аллах, сказал: «Это и есть такаллюф. Какое небо будет покрывать меня тенью, и какая земля будет меня носить, если я скажу о книге Аллаха то, чего не знаю». Достоверно приводится про Ибн Аббаса, что он выносил фетву на основе книги Аллаха. А если не находил в ней, то согласно тому, что приводится в сунне посланника. А если не находил и там, то выносил фетву, исходя из мнения Абу Бакра и Умара, предпочитая их мнение мнением других. Все мы знаем высокое положение Ибн Аббаса в знаниях и фикхе. Так, достоверно приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за Ибн Аббаса со словами: «О Аллах, даруй ему понимание в религии и научи его толкованию Корана». До нас не дошло, что ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, придерживался мнения, которое противоречило бы явному тексту из книги Аллаха или Сунны. Это указывает на предельное умение и знание. Ибн Таймия даже сказал: «В общем, за Абу Бакром неизвестен какой-либо шариатский вопрос, в котором он ошибся, в то время как за другими известны многие вопросы». Хафиз ан-Науави сказал: «Посредством ас-Сиддика от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, было передано 142 хадиса. Аль-Бухари и Муслим оба привели из них в своих сборниках 6 хадисов. Аль-Бухари отдельно от Муслима привел из них 11 хадисов, а Муслим – 1 хадис. Причина того, что ас-Сиддик передал малое количество хадисов, несмотря на то, что он был в числе ранних сподвижников и постоянно находился вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, кроется в том, что ас-Сиддик умер до того, как хадисы начали распространяться среди людей. И табиины, последователи сподвижников, начали уделять хадисам должное внимание в виде слушания, заучивания и записи. أول من جمع القرآن أول من فتح البلدان أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو بكر. Несмотря на эту высокую степень знаний ас-Сиддика,
Он был предельно скромным. И когда Ас-Сиддик слышал кого-либо, кто его хвалит, он говорил: «О Аллах, ты знаешь меня лучше, чем я самого себя, а я знаю себя лучше, чем они. Так сделай же меня лучше, чем они думают, и прости мне то, что они не знают про меня, и не наказывай меня за то, что они говорят». О, братья! Это некоторые моменты, касающиеся степени знания Ас-Сиддика, которые мы затронули вкратце. И мы увидим последствия этих обширных познаний Ас-Сиддика после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А также, как он сумел сделать то, что не сделали другие, по милости Аллаха и его поддержки, а затем благодаря своей глубокой вере, своим твердым знаниям и тому, что он был учеником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ас-Сиддик был наилучшим рядовым, пройдя этот путь, сопровождая своего великого предводителя, мир ему и благословение Аллаха. А когда Ас-Сиддик стал халифом этой уммы, он смог повести корабль ислама к безопасному берегу. Несмотря на сильные штормы, огромные волны и темные смуты. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة ثبت وثبت وقت وفاة وغدا جارا بعد ممات هذا الصديق أبو بكر.